Сегодня парламент Греции согласовал второй пакет реформ, который необходим для того, чтобы продолжить переговоры с европейскими кредиторами. Объем финансовой помощи, на который сейчас претендует Греция, оценивается в 86 миллиардов евро. Принятые законопроекты касаются работы банков, продажи на аукционах собственности должников и судопроизводства. Стоит отметить, что против первого пакета реформ проголосовало 39 однопартийцев Ципроса, против второго уже только 36. Ципрос остается основной политической силой в стране, даже несмотря на то, что он отказался от своей риторики противника мер жесткой экономии. Греция надеется завершить переговоры с кредиторами до 20 августа, что позволит ей без проблем внести очередной платеж ЕЦБ объемом в 3,2 миллиарда евро. ЕЦБ недавно увеличил объем экстренного кредитования греческим банкам еще на 900 миллионов евро. Европейские рынки отреагировали сдержанным оптимизмом на успехи в разрешении греческой проблемы. Евро несколько прирос к основным валютам, однако стоит отметить, что разговоры о возможном выходе страны из еврозоны чуть попозже, в 2016 году, все еще ходят в сообществе.